pessoal. Вот. Мы с новой прической. Да. Это кто такой красивый? Безумно. Вас не узнать в гриме, сэр. Мы опоздали на автобус на целых 10 минут. Пришлось ехать на такси. Да. Ой. Да вкусно пахнет. Вот все прям неузнаваемый мальчик такой, да. Инна очень его нахвалила, сказала, что очень хороший. Говорит, очень послушный. Я говорю, ну мы просто стригемся вообще второй раз в жизни. Я удивляюсь, говорю, как это послушный? Говорю, вообще не послушный у меня был. Нет, говорит, очень хороший мальчик. Очень. Вот такой мальчик там Васия. Лучший из лучших. Очень. Очень такие. Мы деловые, мы мамины. Косечка. Косечка, сыночка, да. Красиво, безумно. Зашла, короче, в магнит. Купила вот такие две маски. Ну, чтобы быть безумно красивой. Потом купила. Три вот такие купила. И две вот таких купила. Тоже нельзя забывать. Первый раз купила, не знаю, девочки, бальзам вот такой, чтобы ноги, ножки мои были как топтошки, как у младенца. Хочу. Сейчас быстро домой. Время у нас сейчас сколько? 2:20 по Москве. Я быстро кушаю творог, колбаску с сыром, бутер, пью чай со словечкой. И все. Еду на работу. Собак, она сказала, Ольга, нельзя сказать, нельзя говорить, у кого питомник собак. Но говорит, у меня кто-то очень много, не 5 штук, говорит, больше 5. Вот так, девочки. Я говорю, тебе надо расширяться, говорю, квартиру больше. Она говорит, ни за что никогда квартиру свою не применяю.
Рядом мама живет в соседнем доме. Если только, говорит, куплю, говорит, у соседей. У нее малосемейка. Этот дом малосемейка. А вот говорит, если только соседскую квартиру какую-нибудь куплю, говорит, у соседей все. А так со своей квартиркой никогда не уйду. Очень хорошие соседи, говорит, у меня. Мой любимый мужчина. Осечки весь комфорт. И стрижка, и машина, чтобы не замерз ребенок. Вот. И даже дело не в работе, а просто да, он стрижен, но он позамерз. На улице зима. Я не могу позволить простудить своего сыночку. Ой, так мы рады, да, Осечка? Ты рад, сынок? Конечно. Волосы лишние срезали. Сегодня, короче, пришел с улицы с этим. В этим пришел, видите? У него печать, девочки, видите? С печатью у меня. Он у меня чистокровный. Пришли с улицы в этих, в колючках мелких. Кошмар, сейчас можно одевать комбинезон, гулять. Ну вот сейчас вот эти вот лапки, лучше это не гулять, говорит, вот такие, когда короткие лапки стрижешь, лучше не ходить, не гулять. У нас есть сапожки. Я посмотрю, одену на него сапожки, девочки. Может быть, у него получится в сапожках ходить. От Марточки. Стали сапожки у нас. Комбинезон есть. Не Марточкин, Милкин. Большой комбинезон. Потом, короче, 4-го привезу я. 4-го, девочки, повезу я. А, я Боньку повезу. Мне надо Боньку. Я хочу к ней свозить постричь. Вот. И она сказала, после стрижки через 2 недели. Ой, после прививки через 2 недели. У меня 4-го надо делать прививку Боньке. Вторую. Вот. Наверное, Боньку повезу я через 2 недели и Буську тогда повезу. Января. И у меня тоже будет красавица. Я хочу, чтобы красиво сделали. Остив оф лайф. Вот и зятёк такой у нас. Мы Остив оф лайф. Да, нас так зовут. Мы едем в домик. Да. Салоны красоты. Да. Морда плачет. Туда ехали, не плакал. Назад едем, плачет. По своим невестам соскучился сильно очень. Это... Ой, вкусный невозможно. Он у меня очень вкусный мальчик. Короче, я ее спросила, там попросила фотографии скинуть. Корма, какие корма дает она своим собакам. Еще кашу она с мясом варит. Что за кашу, я не знаю. Но у нее времени нету говорить. Она целыми днями, короче, очень занята. Она говорит, я освобождаюсь с 9 и до 5 утра, говорит, у меня свободное время. Ложусь, говорит, в час хочу спать, в 5 встаю. Девушка, она очень занята. Она вот такая. Не забываем ставить лайки. Прям как я. Вся деловая и крутая. Мы уже подъезжаем к Мариинскому посаду, Республика Чувашия. Зайка, 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 я вовсе не медведь, и мне приятно, зайки, по небу лететь. У него такие глазки, такие раскосые, да? Лисенок маленький, блин. Спит, спит. И ты мой новый герой, я об этом знаю. Всем спасибо за лайки и за комментарии, конечно же. Всех наступающих. Скоро Новый год. Он уже ворот. Вот дракона. Слишком много не бухайте, не пейте. Ведите
себя прилично. Берите хороший пример с Багира. С Багировна. С богини из города Мариинский Посад, Республика Чувашия. Все, мы заехали, мы будем закругляться. Всем прекрасного настроения. У нас настроение супер. Мы все сегодня успели. Мы умнички. Бай-бай. Пуся, скажи пока-пока.